Congrats. И снова здрасте. День 31 октября. День субботний. Последний октябрьский. Даже крайним не назовешь, уже последний октябрьский в этом году. Рабочая смена моя в этом году, наверное, уже крайняя. Ой, не в этом году, в этом заезде. На следующем повороте поверните направо. До Минска отсюда косарик. В принципе, все реально. Вдвоем пройти. Парим с утра, хотя 6 градусов тепла. Тепло. В Рязанской области. Километр 60 тут до Рязани, по-моему. 50. 50. Короче, Рязань вон там, за этим бугром. Время 7.10. Выехали. Че, сейчас на Москву. Туда-сюда. Документы. Разговоры. Терки. Решение насущных проблем. И все, на М1 и на Минск. Вчера с Минска звонили, сказали, ждут в воскресенье. Надо выгружаться в центре города. В центре города иногда бывают по воскресеньям проблемы. Ну, посмотрим, может, они нас не коснутся в этот раз. Ладно, это-то в будущем. Приветствую, До свидания. Пока, Москва. Валим сейчас куда-то. 107-й. И по 107-й обойдем Москву. Пропуска у нас нет. Решили мы его пока не делать. Чисто технически он нам не надо. Только деньги за него платить, когда мы в той Москве бываем. Если когда-то и приедем, то можно как-то и подстроиться. Речи, вот. А мы стояли проехать что, объездную чего? Кирица. Кирица, точно. Не, нормально такая, все асфальтировано, стоянка огромная, чисто. Заправки там, пожалуйста, туалет, душ, кофе. Все, что или душа нет. Все, что нужно с утра, по идее. Маленькие радости. Скажем так. Сейчас вот Рязань, Луховицы, Коломна, 107-я. Посмотрим как-то, может уже в субботу не будет сильно страшно там на Львовском переезде. Короче, покатили. Рязань, город контрастов. Что-то как на посту-то обстановка. Не могли бы за этот месяц весовую здесь открыть? Может, и открыли, сейчас посмотрим. Вон с той стороны, вон, видишь, два. Машину заныкали и стоят такие. Закрытая весовая. В принципе, по идее, да. Ой, я не знал, тут тоже стоянка. Ой, я тоже не знал. Не знал, что с этой стороны стоянка есть. Что-то не обращал внимания.
Всегда имела это право называть себя столицей ПДВ. Это город, где рождалась наша слава, где готовят офицеров ПДВ. Это город, где рождалась наша слава, где готовят офицеров ПДВ. Звучит по всей стране Рязань, столица легендарных ПДВ. И с нею связаны судьбой и генерал десантных войск, и рядовой. Потом не направляли, верой, правдой нашей родине служить. Нас десантники в Рязани посвящали и путевку выдавали в эту жизнь. Нас десантники в Рязани посвящали и путевку выдавали в эту жизнь. Звучит по всей стране Рязань, столица легендарных ПДВ. И с нею связаны судьбой и генерал десантных войск, и рядовой. Рязань стоит все так же молодая, и сюда спешат со всех концов страны. Строй десанта, гордо пополняя лучшие отечества сыны. Строй десанта, гордо пополняя лучшие отечества сыны. Звучит по всей стране Рязань, столица легендарных ПДВ. И с нею связаны судьбой и генерал десантных войск, и рядовой. И пусть звучит по всей стране Рязань, столица легендарных ПДВ. И с нею связаны десантных войск и рядовой. Столичный регион, область, как, ну, типа, самое главное. И все такие, с какой стороны не едешь, везде такие стелы дырявые. Ну, Московская область, ну, что это такое? Какой-нибудь Зажопинск заезжаешь, и там и то бывает стелы красивее, чем. Я не знаю, я ни на одной дороге не видел нормальных. Что по единице, что по семерке, что по пятерке, что по восьмерке. Что тут еще осталось? Двойка, тройка.
по четверке что же самое. Такая же вот стоит. Задрипанная, уже такая погулявшая. Я не знаю, ну неужели нельзя сделать? Бывает, в какую-то деревню заезжаешь, а там и то красивее. Ну мы уже вот, да, в Московской зарулили. Осталось-то все же Московскую, Смоленскую пересечь. Там уже и столица нашей родины. Недалеко. Тут догнали просто, я думал, это супер. Вечер пятницы продолжается. Субботнее утро с Москвы. Уже Коломну обошли, сейчас посмотрим, как тут. Перед Бронницами будем уходить, или в Бронницах, или вообще не поедем в ту сторону. Сейчас пересечение со 108 будет, посмотрим, что тут. Вот, да, вот два дятла друг друга догнали, он какую-то толпу собрали. Прямо в сужении. Но цена вопроса — бампер. Смотрите, что делается. До Москвы. До Москвы, не до Москвы, но до Бронниц точно. Я когда сюда приезжаю, я хочу обратно в Сибирь. Ну, честное слово, как же ж там хорошо. Сибирь, ТВ, туда. И еще, наверное, видно только недавно, потому что еще ни гайцов нету, ничего. И что, кого-то они это... то он уже какая толпа собралась. Тут в течение 15 минут точно до Бронниц-то собирается. Поток-то валит нехило сегодня. Все, кто вчера не уехал шашлыки кушать, уезжают сегодня. Погода позволяет, пока плюс 6, дождя нету. Километра с 3. Ё-моё, да чё это, вообще не едем. Ладно, с Москвы не едем, на Москву-то чё не едем. Камеру увидели. Не такая уж она и страшная, эта камера. Отключение скорости 60 км в час. 75-то можно ехать. Даже 60 не едут. Умник. Разгоняться он начал. Да. Это все, это ДМ1. Дальше газ, идет. Стоп. Газ-тормоз, газ-тормоз. Непереводимая игра слов. Дальше следует. Вот по Новорязанскому шоссе между 107 и 108. А, это вот нам. Вот да? Как раз оно здесь и есть. Вот здесь, от этого перекрестка до Бронниц. Видишь, типа запрещено. Значит, на небо, что делать? За четвертый. За готово. Через Селебрина на пруду можно проехать там? Доехали до четверки, по четверке до 107 спустимся. Там же нету этих 108 до 107. Там, по-моему, кладка у нас. Нет. 108 до 107. Да, от 108 до 107 кладка. Не понял, повтори еще раз. Ну, поедем по 108, а там... что? Там посмотрим. Возвращаться-то сюда я уже не вижу никакого смысла. По двойке можем спуститься. Можем спуститься по двойке. Можем по старой Каширке. Ну,
можем вообще до Минки поехать, и по Минке поедем, потом спуститься. А там тоже прав, в принципе, нет. На Минке тоже не вариант. Нам просто надо на Скане и на М1. Ладно, сейчас подумаем. GoPro-стоп. Что он? Парочка гуздогагарочка стоит он. И не пускают никого. Даже мусорки направо заворачивали на 108-ю. Прямо не проедешь, в общем. Колобок, он покатился к автобусу. Че, подумали, посмотрели. Нам-то, говорю, нам туда на 107-ю надо. Значит, сейчас до М3 едем. До Балабанова. По четверке не вижу смысла спускаться. Платка, зачем ее платить? По двойке. Мы по Красно-Львовске попадаем. А так валим вот до четверки. Ой, и до этой, до тройки, да, до Балабанова. И по ней спустимся вниз до 107-й. И по 107-й приедем туда, куда нам надо. Ну, только так. Раз нельзя, значит нельзя. Что сделаешь? Мы чтим уголовный кодекс. Вот и Балабанова. Готовьтесь к крутому левому повороту через 800 метров. Короче, мы тут маленько перетерли. Туда-сюда, там. За и против всех. Не поедем мы на 107-ю. Получается, конкретного кругаля нужно давать. Лишних километров 100. Часто сказала, оно само подъедет. Прикиньте. Через 300 метров поверните направо. М3. Да, наверное, и мы так поедем, как все. Сейчас на М3, чуть-чуть в сторону Москвы. И опять на 108-ю. За цирк происходит. Через 100 метров резко поверните налево. С правого ряда. А это нормально. Нормально. Что за номера такие? Таджикские? Да. Фига себе. Таджикскую маленькую я еще не встречал ни разу в России. Грузовики, да, чтоб легковушку таджикскую. Ой, тут полный комплект, и ремонт, и все. А с той стороны-то какая колейка? Ай-яй-яй. Да. Веселый перекресток, базара нет. Залево в дно, красавчик. Давай, давай, да-да-да-да-да. Веселый парняга. Люблю людей с чувством юмора, да? Чьи-нибудь зеркала бы не поехать. Или свои кому-нибудь не подарить. Или проложить. Выполните разворот там, где это разрешено. Сделано тут, конечно. Эти надо было поставить правей. Пластмассовые эти хреновины. Фигуру на вождение. Мне тут один гражданин вот этот вот из-за руля выгоняет.
Мне тут пора уже это самое, смену сдавать. И тут, знаете, такой участок проблемный попался, еду. Уже спина мокрая. Но тут уже полегче. Я пытаюсь его последние сутки выгнать из-за руля, а он не дается. Сказал, что драться будет. Еще уже за вилку хватался, говорит, два удара, восемь дырок, говорит. Я понял, базара нет. Сейчас стройки свернем, надо уступать, потому что, ну... Кто его знает, там, чему дома научился за месяц. А если серьезно, то пора меняться. Что там у тебя? 10 минут работы осталось? 12. 12 минут? Да. 12 минут показывает. Ну, сейчас налево свернем на 108 и там встанем. Вот так вот, видишь, как надо ездить. Вот красавчик на Hyundai. Дедуля сидит за рулем. С понятием? Да, правую тут полосу они, конечно, сделали совсем узенькую. Нашу, вернее, которая на Москву. Смотри, какая колейка стоит. Ой-ой-ой, пацаны, как я вам тут сочувствую. Рацию выключил, потому что мы же в Балабаново находимся. Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Мне двигаться некуда. Полоса широкая, ей она по нашей, не могу сказать. А, они тут у них еще горлышко, да? Да, еще плюс в горло загоняют бутылочные. Тут этот поворот налево, тут. Терпение. Ты представляешь, что здесь было вчера? В пятницу. Если в 12 часов дня в воскресенье здесь вот такое. Суббота. Суббота. Извиняюсь. Это я погорячился. Я думал рацию включить. Это была шутка. А, 31 октября. Как раз с сегодняшним числом, если закончить, вообще шикарно закрывается. Я должен тут ехать или я должен вот здесь ехать? По-моему, я должен вот здесь ехать. Это, наверное, как уже типа обочина отделяется, или это две полосы здесь сделаны? Вот считай от этой развязки от 108 и все стоит. Да? Вон. Это мост, куда мы будем уходить. Беда, беда. Ну, парни, сейчас терпение, терпение. И еще раз терпение. А мы направо на Можайск. Готовьтесь через 800 метров держаться правее. О, примерно так, как Машка говорит. Регулировки, регулировки начались под себя. Порты твои. Ой, елки, откуда у вас столько взялось? Оттуда. Никого не было. Оттуда, откуда мы приехали. Что, поехали? Поехали потихоньку. Коли так. Шаурма был когда-то. Кончился. Только ДТ остался.
светофор, наверное, этот. Балабановский на перекрестке держит. Все. Буду учиться ездить справа. А я буду учиться ездить слева. За месяц. Отвык, да. Отвык немножко. Меня смеется, когда я за руль сажусь. Теперь я посмеюсь. Вы догадаетесь, где мы, да? Называется Москва область. Вот они все. Красавцы. Владимир сказал, не пустит никого. Я никого не пущу. Пускай по обочине и продолжают ехать. Как хотят, наверное. С детьми. Пофигу. Вон их там сколько много. Ущемить их до конца. Щеми, щеми его, почину его, туда он его, в самую грязь его спихивай. Смотри аккуратно, он уже сейчас почти под нами. Да, пускай там, блядь, не едет. Няшка, я буду щемить это до конца. Да, Балабанова один. Это воинская часть, я так понимаю, здесь какая-то. Вот они все, вот они, враги. Да, а вы тут едете, пыль глотаете, да камушки от них собираете. Очередной. Очередной, блядь, сейчас в ангар поедем. Столб его, смотри, в столб. Смотри, 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 смотри. Все, все. Я не пущу никого, пошли они в лес. Ох, какой, смотри. Ладно, отвлекемся от них. Я что-то и не видел, что здесь такой самолет стоит. Это ж что там? Не, его поставили, его не было. Но. Да, я тоже не помню, чтобы он тут был когда-нибудь. Фига себе. Уж. Какой красавчик. Авиаторы гордость России. Даже не обсуждается. Ан-12, оказывается. Это. Ну все. Тут уже может полегче будет по 108. Не факт, конечно. Сигналит этому долбать затлу, что он не может здесь. Все. Перекрыто тут направо. На левый поворот закрыли. Вот чепушило. Сейчас его там примут. Крути тогда сюда. Чего сюда, сюда? Ну конечно. Давай. Или туда поедем. Или поехали. Поехали. Поехали вообще туда, надо. Свернемся, нам еще в пробке вот в этой постоянно. Ну да. Вот это частенько так, но обычно так они не пускают по воскресеньям. А здесь вот видишь, и сегодня что-то не пустили налево. Тут толпа, вон, в принципе, тоже приличная валит. Ну это все на 108. Ну это да, со 108 на 108. Что делать сейчас? До поворота, до кольца, на разворот. И в обратном направлении. Да неужели мы едем? Время почти 4 вечера уже.
правильно, пока отстающие от чехвощины были, виновные наказаны, премии не выдали, пока туда, пока сюда, вот кофеек сейчас будем пить. Пока работать нас научили. Кажется, мы 2,5 года ездили, ездить не умели. Чуть не научился адаптивный круиз-контроль включать. Я не спорю, я тоже не научился. Ты это BMW уже видел. Вот. Ну что, сейчас будем тестировать? Да, на нем мы протестируем. На этом BMW? На этом BMW. Оказывается, просто все было... Дело было не в бобине. Оказывается, нужно было 2 раза нажать пару кнопочек. Прокладку надо было поменять. Да. Короче, вот... Мы только двинулись с 97-го. Не знаю, наверное, сегодня мы уже... Явно до Минска не поедем, пока мы там до границы доберемся, уже будет вечер, причем глубокий. Наверное, перед границей переночуем. А как на ней километраж выставлять? Сейчас я попробую, потом все расскажу. Ты пробуй, а мы это будем снимать. Что ты? Даже вот. Вот я поставил, потом неинтересно. Вот я поставил круиз 86. Ну, и что? Нам надо догнать кого-нибудь. А, чтобы вот здесь вот выставить? Да. Не надо нам никого догонять. Вот впереди идущие машины. У нас... Они слишком быстро едут. Не слишком быстро едут. Ладно, догоняем. Вот у него скорость упала, смотри. Вот он едет 73. Но. И наша тоже начинает притормаживать. Наша притормаживает? Да, притормаживает. Вот. Сама. Вот он едет 70. Но. Вот. И она сейчас будет падать до 71. Ага. Вот, смотри. Ну я понял. 72. То есть ты на педаль не нажимаешь? Я вообще ничего не делаю. Вот он едет 72. Мы тоже едем 72. Вот он 71, 70. Чалдоны 2, да? Вот он прибавил. Угу. Наша тоже вот прибавила 71, 72. 73, 74. Пошла разгоняться. Пошла разгоняться за ним. Сама. Да. Так, а надо убавить эту. А, вот она, да. Он даже рисует на этой. Да. Сейчас убавим расстояние до минимума. Угу. Вот она сейчас его будет догонять. Это я большое расстояние. Ну, я понял. О, блин, оказывается. А мы 2 балбеса. Ну вот он 89 идет, она у нас у меня 84 стоит, она больше не пойдет. Ну она же быстрее не пойдет, ты же выставил круизом 84. Быстрее 84 она не пойдет. Короче, все у нас, оказывается, работает. Я вас поздравляю с этим. Что наконец-то мы... Ну если... Водите, ну что делать? Не знали, как его включать? Спросить-то просто тяжело. Просто надо было там залезть в меню и включить одну функцию. Надо было книжку всего лишь почитать. Просто взять книжку и почитать. Вот он сейчас оторвался, я его не вижу. Это же надо почитать. А вот смотри, между нами залез. No. 80, нет, это 87 идет, он быстрее идет. Mm. Наша будет идти 84, будет идти. Понятно. Короче, все работает. Ну вот, будешь сейчас как раз тестировать. Потом мне еще окончательно расскажешь. Да вот. Насчет светофоров, да? Сейчас посмотрим. По идее, она должна сама и остановиться. Да. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас, конечно, было бы хорошо, если бы светофор загорелся красным. Шеф, конечно, поехала разворачиваться неизвестно куда. Он же сказал, что нужно ехать чуть ли не в Смоленск. Нет, он сейчас на этом перекрестке развернется. Это же на таможне. Да.
Горелск. Сама, да? Да, да, она его увидела и начала притормозить. Все. Короче, все работает, отлично. Поехали мы дальше. Пока нам тут делать нечего. Сейчас посмотрим, что нам тут за 30 место. О! Вот такой вот кубок. Что на нем хоть написано? Третье место, трак-блогер. Трак-фест 2020, Москва. А, сумочка, да, денежек. Перевозка 24. Огонь. Еще кепка в коллекцию. Тоже перевозка? Да. Ну, партнеры. Так, что у нас еще здесь? Это, я так понимаю, светоотражающий жилет. Перевозка 24. Кружечка. Просто кружечка. У нас такая есть. Тут еще одна. Подарим кому-нибудь. Чистый руль, средство для чистки любого руля любого типа. Щеточка. Полотенечко. Спасибо. Кстати, братцы, в этом году тоже будет TrackFest. Вроде бы тоже будем принимать участие, не знаю. В прошлом году не анонсировал. Ну, всем спасибо, кто голосовал. Диплом за третье место в номинации Instagram голосования лучший грузовой блогер TrackFest, международный фестиваль грузового транспорта 2020. Вот. В этом году проанонсирую. Буду рад, признателен вашей поддержке. Вот, смотрите, здесь еще наклейка TrackFest. Это на прицеп надо. Вот такой вот у нас. Вот есть TrackFest. Вымпел. TrackFest-овский. Вот что-то тут. А это все наклейки, наклейки. Магнитик есть TrackFest-овский. Раз мне на холодильник. И блокнот. Еще раз всем спасибо, кто голосовал. В этот раз проанонсирую, буду рад, признателен вашей поддержке в других номинациях. Ну, а мы едем. Ё-моё, ещё забыл. Что-то еще одну коробку надо. О, ладно. Модный ежедневник, перевозка 24. Вообще огонь. Красивый такой. И холодильщик подарил. У него нету. У меня есть мой подарок шефа. Это будет мой подарок. Это он едет, как тетрадки записывает какой-то. Это была шутка. Все, теперь все. Что, впереди красный светофор? Она сама останавливается. Сама, ничего сама, не делаешь. Сама, я ничего не на тормоза, ничего не давлю. Ну-ну-ну. За сколько до нее она должна остановиться полностью? Ну, не знаю, может накат пойдет. Может, тут еще пригорочек, видишь. Все. Круиз контроль деактивировал. Все. Нажал на тормоза, нажал на газ, активировал его заново, да? Ну не, нет, не активировал. Чтобы активировать, надо заново кнопку нажать. А-а-а. Все. И поехал дальше. Ну так огонь.
Короче, вообще. Ничего делать не надо. Если бы еще рулила сама, да. Еще рулила, да. Пошел на спалку, лег так и спи. Вот я вообще ни сантиметра не надавил на тормоза. Она сама увидела машину. И все. И потихоньку остановилась за ней также. С такой же скоростью, как вот она сбрасывала, вот впереди идущие. Точно та же наша останавливалась. Ну так классно. Будем знать теперь, что ж, спасибо шефу, объяснил двум чалдонам, как это все работает. Век живи, век учись. Реально, там просто надо было одну функцию поменять в настройках автомобиля. А мы 2 года назад пробовали, у нас ничего не получилось, и в Скане сказали, что нам вообще программу надо менять. Ну да, типа того. Вот. Мы с этим делом как бы завязали. Тут шеф решил добить этот вопрос. Поумничать у него получилось. Более, лучше, чем у этих умельцев из Скании, да? Ну, теперь вот едем, обтекаем. Вдвоем. Все, опять разорили. Свой любимый магазинчик ходил. Сегодня суббота, не припарковаться нигде. Все битком забито. Машин валом валит. Михаил Владимирович где-то там заныкался. О! Стоит, ждет. Так это выезд не по-детски перегородили. Больше стать вообще негде. Так это выезд мы там не по-детски перегородили. Затарился, ну, как всегда. Вот эти любители конфет, они в копеечку мне влетают. Кто тут на тебя не ругался? Кто? А, ну ладно. Я бы всех к тебе послал. Да. Дурной головы, ногам работа. Пока дошел до заправки, пин-код забыл, одну цифру неправильно сказал. Этих карточек там 80 штук. Где же все упомнишь-то? Что если назад возвращаться? Все, мы уже до заправки добрались. Сейчас отблю. До полного бачок зальем. Одна канистра в запасе есть. И нам хватит. О, воруешь? Гентык и весь пистолет сломало, приходится держать. Да-да-да. Ну сейчас сливаться будет? Знаешь. Не, ну сейчас же так не должно быть, должны заправляться. Не может быть такого. Это раньше было, что если все, бензовоз сливается, все, на 2 часа. Кирдык. Ну и что, сколько нам залезет? Не знаю, как теперь это. 30-ку, наверное, нальем сейчас. Ну как отщелкнется и все. А не отщелкнется. Отщелкнется. А, ну, это отсечка сработает. Может и не сработает. Сработает, сработает. Должна, во всяком случае. Ты тогда это закрывай и сразу под колонку переезжай. Пойду второй пин-код учить. Говорю, прихожу, за дурной головы ногам работает. Смеется. Сейчас второй пин-код глянем. Это предпоследнее действие. Заправиться и страховку заехать сделать. Да-да, и вам здрасте. Ехать давай, моргаешь. Здорово-здорово.
получается, шестая. Ну да. Шестая получается. Пойдем закажем. Бежит водичка. Что расскажешь? Что расскажу? Бьем, мы поехали. Короче, мы тут думали. И надумали, что сегодня смысл сегодня в Минск ехать. Да, не суть, выживу с ним. Решили мы здесь, наверное, остаться переночевать. Завтра с утреца поехать. Выгрузка у нас завтра в районе 11 часов. Воскресенье запланировано. Смысл, что мы сейчас припремся посреди ночи в столицу нашей Родины. Изменение маршрута. Кроме как проблем всем вокруг, только не создадим больше ничего. 80 метров, поверните направо. Нет, мы пойдем сейчас спокойно переночуем. С утреца, по хладку. Постановка автомобиля, блин, такая. Где? Против шествия. Это, наверное, да. Купи, продай. Вот. И утречком поедем. Ну, а чего? Что-то место есть? Есть. Да, место там вал. Сейчас ночью переться. Где шеф? Начальство. А, точно, мы же тогда, когда здесь стояли, по-моему, ходили платить в этот. Ну, это потом мы пошли платить, а нам там начальство открыло, вон оно идет. Нет, начальство. Это понятно, но факт в том, что здесь это, сети ж нету, по-моему. Дорожный? Ну, а я не, мы нет, по-моему, сходим, нет. Сходим туда на кассу заплатим. Угу. По-моему, на кассе нужно оплачивать все так. Я на кассе ходил оплачивать. А, ну все, значит. Где он? Да вон идет. Не торопится. Ну, совсем не торопится. Заодно спроси, мы за мной засели. Дорожной сети ж нету у вас, да? А? Дорожной сети нету? По дорожной сети здесь не стоят? По дорожной сети нет. И ты на кассе карточка оплатить, да? Да, да. Там, а да, ну карточка. Поставите и пойдете оплатить. Конечно, конечно. А куда вставать-то? Да куда хотите. Хороший ответ. Да, это ж не тогда, когда тут белорусы давали 2 часа транзита. То есть 2 дня, сутки транзита или сколько они давали. Да. Там и тогда тут не вбиться было. А сейчас вставай куда хочешь. Ну, вот рядом с этими парнями и станем. Как все. Ну и нормально. 6:30. Рванем. С рассветом. Завтра уже будет 1 ноября.
стали опять это все сзади сверху доставать все. Там сейчас двойной склад. Два чемодана. Опа, цигара отечественная. Да, куртка да, замшевая. Два. Три. Я слишком по-барски стал. Нормально ты стал. Место, вон тут место. Место немерено. Все. Закрываем это дело. Точки, страна завершения. Еще пока Россия. Гуд. На сегодня финиш.